Okay. 8+9. Прикольно. Ну, 2 хп старт, всадник. Нет, там 2 сердца. Книжка не считается. Как эта хрень называется? По-моему, что-то там Powder, да? Powder и Revelation. О, Book of Revelation, господи. Демейт опять выиграл. Опять демейт с этим Revelation'ом. Винеры. Дитком Винерс. Демейт. Так, нажать. Смотри, стринкет прикольный. Только, ну, очень дальняя перспектива, но прикольный. Типа на Магасы, а этом Ромов в кафедрале. Попозже пригодится. У нас опять похоже на нормальные статы. Сегодня странный день. День нормальных стат. Ты можешь маленько не склад. Книжка тащит, да. Заказывай. А, не будешь заказывать, я. Господи, золотой человек. А съем. Are you a wizard? Эх. Сестра, тащи. Я пока не могу. Она маленько могу. Не очень. Карта манит. What? Окей. Ничего себе. Давай. Ну давай. Ну такое уже было, по-моему, как-то раз. Видимо, такое реально бывает. 15 копеек с одного челика. Я там только одно, да? Ох. Не потеряю. Могу хп купить, наверное, и не потеряю точно. Ну-ка. Mm-hmm.
Найс. Под камушком. Павучки. Конечно, пауки довольно слабенькие, но типа... Как есть. О, удача, найс. Ага. Ага. Это хорошая синергия. Павучки. Уровень смайла это к Дюку. Дюк у нас эксперт в этом вопросе. Хорф. Омега хорф. What the f... Balls of steel. Везде просто это что-то есть. Что за мемы? Тут вот пауки. О, будут, найс. Лол. Подкрутки. Нету подкрутки. Все честно, честнее некуда. Как лунг, да, по-моему, там летит. Типа как лунг. Я, вероятно, возьму с собой купон, наверное, на сделку. Да, ведь, наверное, возьму. Перебью, Сергей. Постепенно, да, я его пытаюсь восстанавливать. Понемножку. Конечно, успехи не сильно велики, но вроде постепенно он восстанавливается. Понемножечку. Любой Франции в чат, what? Вот домин любой Франции. Редик Капсолен. Ого. Да это же четвертак. Ну что-то кроллспейсы не завозят, да? Кроллспейсы не завозят. Все-таки, может быть, где-нибудь здесь? Где-нибудь кроллспейс будет, а? Абсолютно любой кроллспейс мне подойдет. Вообще любой. Скидка вторая раз здесь, наверное. Вон она. Да, подал шанс, наверное, маленький. Да, еще не уверен, там шанс есть или нет. Может, это просто... Рандом. ПЖ забан фуча для меня дюк. What? I think Friday going crazy. Friday losing his mind. Яйкс. Это не то, что мне было надо. Ну ладно. Тогда залочим. Все-таки контракт прикольный на этом. А что он написал, подожди.
Давайте проверим. Но это будет бан в следующий раз, если будешь вот такую хуету писать в чат. Бессмысленную. Нет, тебе тоже нельзя. Привет, хакер. Для стримы, которые стримят 7 дней в неделю без выходных. Первый. А, у тебя это может быть. Че, таких довольно много, по-моему. На SVIP калибра. И чё? И кому? Я не випку. Hello. Okay. Поздравляем. Так, это 4, да, осталось? Конечно, надо. Все равно же у меня слот-то ушел на випку, их как бы больше-то не становится. Одному и тому же боссу или к разному. Всего за 100 рублей медал. А то я сатану вроде выпилил на Айзеке. Думаю, куда дальше стремиться. Хаш отпилил тоже одинажды. КС. Чистая депс ведет к одному и тому же боссу или раз. Сатану выпилил на Айзеке, думаю, куда дальше стремиться. Хаша. Сложное сообщение. Двери с чиста и депс. Что такое двери с чиста и депс? Не понял, о чем ты, медал. Честно говоря. А там песня, господи. Wait. Песня. А, дверь, которая открыта с ключом, да, там одна и та же. В Чисте и в Даркруме там одна и та же дверь, это Мегастен. Он универсальный. Он ничем не отличается там. Просто ты можешь его убить либо в Чисте, либо в Даркруме. Что, трек? Возможно, новый трек Моргенштерна? Не знаю. Успел. Беда. Просто там модеры бьются просто за право забанить человека. Битва. Я даже вообще его не видел. Почему я сообщения не вижу людей? Странно. Там, конечно, ничего умного, скорее всего, не было. Но все же. Было бы забавно. Это высер увидеть. Ладно. Нет, так нет. Ключей мало. Ай.
фанат Twitch мода. Боже упаси. Мейс дропаю. А чё дропы такие стоят? О, господи. Здрасте. Здрасте, кард ридинг за 7. Наверное, я пройду. Фул хп есть. А, Мара, ты, наверное, не видел, наверное, что у нас было? К нам в Дискорд же приходил создатель великого Twitch мода. Неужели ты это не видела? Я отказываюсь в это верить. Если нет, то надо срочно посмотреть. У нас команда же обновилась как раз таки после этого визита в Дискорд, но я обновил здесь команду, поэтому у тебя есть шанс все-таки это увидеть. Просто напиши, он уже Либра написал. И там будет скрин, как бы там, в принципе, все будет сказано. У меня бомб, ой, бомб, у меня ключей нет. Ключей вообще нет. Ключи. It's like she's fucking five! Дудс, дудс. 100 рублей, D8. D8. Господи, 3B38. Сложные ники. Тутс-тутс. Короче, это сообщение, наверное, было, наверное, самое смешное сообщение, наверное, за всю историю моего Дискорда. Мне кажется. Ничего смешнее в своем Дискорде еще не видел, по-моему. Не, он это типа, он так смешно рофлит, понятно, что он его не ненавидит, но типа сама постановка сообщения. Что он пришел высирать это в мой Дискорд зачем-то. Это пиздец было смешно, конечно. По-моему, даже до сих пор не вышел из Дискорда моего. Что самое уморительное, он до сих пор, по-моему, там сидит. Или вышел. Потому что я его не банил, потому что мне похуй абсолютно, чем его банит. Смешной челик пришел какой-то. Мне ж не жалко. А, он тут сырит даже. Так он теперь мой фанат, наверное. Ждет, когда я буду играть в Twitch мод, но я ж не буду в него играть. Че, раскрин? Так у меня Twitch мод. А, две музычки? What the fuck? Я не вырубил. У меня опять слетел этот скрипт, походу. Spotify не работает. Нету медиа-кнопок на клавиатуре. Его пиарят бесплатно. Да мне кажется, он в пиаре-то не особо нуждается. Это говно и так вроде довольно популярное. Чё мне его пиарит-то? У нее жопа сгорела на пустом месяце. Эта команда ее прокует раз в 2 года, эту команду. На стримах я эту хуйню вообще никак не обсуждаю. Ни в ком ключе, ни в хорошем, ни в плохом. Типа то, что в правилах написано, что нельзя Twitch мод, но типа это ни о чем не говорит. Кто это, блядь, видит? Просто я вообще не понимаю такую логику. Чего у него жопа сгорела? Чего у него сгорело? Люди порой очень странные. Курсы я зайду. Наверное. Зайду. Там хп еще есть. Боже, дорого. А, спидап. Нажму. Ту-ту-ту-ту-ту.
Месяц гордости. Наверное, сейчас. Вроде в июне он обычно. Но вроде пока отвечаю, ничего не приходило, может опять какие-то акции будут. Скидки, может, будут какие-нибудь опять. Какая-то бодрая песня. Нет императора. Дьявол дает билд. Мне кажется, вы перепутали игру. Здесь дьявол дает просто хп просрать. Больше ничего не дает. Привет, Майк. Что за музыка? Доната пришла. Какая-то интересная музыка, я тоже обратил внимание. Расколбас. Кончилось. Беги, беги. Беги от меня. Ау. Ключ. Попал. Это же две разные, да, карты? Они одинаковые. Нех. Найс телепорт. Вообще как-то не по пути. Кстати, вот Conjoined, да, Conjoined нормально пробует с этого. С дьяволом. Conjoined, типа, двоякая хрень. Бывает в тему, бывает не сильно в тему. Типа такой. Кривожопый триплшот. А, вруб, господи, сейчас. Нажал. Да, все уже, вруб сделал. Все, все, все. Из паники. Кстати, я, по-моему, так и не послушал, потому что мне скинули песню этого Мудеса. Типа обновленный этот саундтрек. Он так и не заценил. Опять забыл. Эй-эй. Потому что шары больше об него не умирают, да? Раньше, по-моему, они, по-моему, дохли об него. Эти шары. А, теперь они после него баунсят. Это тоже не исправили. Все-то они понаисправляли. На дьяволе. Это он? Там уже будет кол. Кол будет нормально. Наверное. DPS. Стой смирно. Ох, господи, голова. Полетели. О, опять оно. What the fuck? Это unknown. Что за троллинг? О. Я забыл, что у меня эта херня есть. Wait. Надо ее чаще пробовать. Довольно неплохо ебашит, по-моему.
Ту-ту-ту. Там еще это мы остались с магаз. Все-таки пошли посмотрим. Билд-то говна опять. Билда особо-то не завезли. Пока что. Билд на пудре, билд на хер знает чем. Билд чисто на энтузиазме. Угу, второй грипп. Нет, ну ладно. Бро. Хватит. Хватит, говорю. Ладно. Да, я мешок ебал. Там, возможно, были бомбы. Не бомбы нужны. Да, господи, везде бомбы. Хватит. Чё за рума? Отстаньте. Д1. Д1. Дизнац. Гаром. Это алтарец. Не смейте мои батарейки разряжать. Тупые мухи. Don't cry, Фредок. Блин, а почему у меня тауэр-карта в руках? Это что, правда самая лучшая карта, которая у меня была за всю игру? Тауэр-карта? И все? Тауэр, мать его, карта. Что-то... А, у меня же не бомбербой, господи, у меня уже глюки. Это же другой ран. Тут нет бомбербоя, это не здесь, господи. Плохой телепорт. Ладно, дальше просто вязаем импер, окей? Дальше уже не буду фармить. Тут чекаем последний магаз, последний айтем рум. И все. Просто ебашим в точку. I'm green mate. Okay. Ну я actually green. What the fuck? Райдек not showing. Once in his life he's not shown. That's insane. Кстати, я что-то подумал, надо выкинуть тринкет. Потому что он же не даст телепорт лишний в этом. В кафедрале шанс, да? Там, возможно, будет телепорт в эту. В этом руму. Дамаг не приговор. Дамаг не нужен. Если есть скиллуха, дамаг не нужен. Можно и без дамага все разъебывать. Или нельзя, господи, они пиздец не умирают, они вообще не умирают. Блять. Ладно, все плохо. Я никогда не троллить ок. Но ок. Ну ок. Он об шипы ударился, хорош. Давай еще раз. Шикарно. Найс. Старый трюк. Все еще рабочий. Корона не нужна. Я ж не буду фармить. Кафедрале, камон. Сейчас все, вомп один, и дальше мы юзаем импера, если дают.
просто улетаем. Все-все-все. Никакого фарма. Бля, мне тут же дают браслет, сука. Бля, да зачем? Вы чё? Зачем браслет-то? Че, ебанулись? Какой такой браслет? Па-па-па-па-па. О, неплохо. Книжку забрать, наверное. На этом рума. О, найс. Близенько. Кайфово. Ту-ту-ту-ту. Ладно, Костя пойдет, наверное. Какой-то все-таки плюс к билду. А вы кто? Сделка вчера или позавчера не было, 95% не пропало. Что я бы сильно не надеялся на вашем месте. И на своем месте я бы не сильно надеялся. Круги не получается, господи. Круги кривые. Это мой DPS на этом паудере. Это ужасно. Надо въебать хп и нажать книжку на бомбе 1. Вот что я подумал. Потому что мне, возможно, нужен пони. Как бы белый пони сейчас бы зашел бы неплохо, наверное, под конец рана. Еще бы нет. Ту-ту-ту-ту. Благо был уже Крампус, это будет не Крампус. Вроде гарантированно. Это хорошо. Да-да-да-да-да. Могу даже еще раз въебаться, наверное. Тут синий хп с боссом, есть книжка, да, все больше не стоит. Все, 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 больше не надо, все, алло. Все, 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 хватит, ебучий паук. Ябучий паук. Ха-ха, сделки нет. Ах, эта игра никогда не меняется. И, конечно, это не телепорт на сделку. В смысле, на босса. Это телепорт в ебаное окно. Хотя, возможно, это где-то неподалеку. Нет, это в окно. Это в окно! Это совсем в окно. Это вообще не сюда. Угу. Дыль... А, Дылирнальд Магде это пиздец. Скобочки, скобочки, знак восклицания. Сочувствую. Ну, прошел хоть, по итогу. Серьезно? Да. Ну и все тогда. Ну и все тогда, чё ты переживаешь? Прошел и прошел. Можете кого-нибудь убить? Спасибо. Хотя бы кого-нибудь. Найс, экслаксы прокают хорошо. Один за одним. Не знаю, мне она тоже... Ну, типа, там проблема в том, что у нее хп мало остается, наконец. Типа, на финальных боссов там это 2 хп. Это не очень много, если ты его не успеваешь хилить.
Это может быть проблемой. Как бы я об этом тоже думал сейчас. И типа ты очевидно не можешь фармить хп на файтах финальных, потому что там хп не, типа не падает нигде особо. То есть ты приходишь с фулл хп, у тебя хп просто тает, пока файт идет, и типа два контейнера максимум остается. И типа одна хилка по дефолту. Ну, то есть есть там нюансы, да. Нюансы есть. Там типа пиздец нужны всякие санкарты и прочие приколы. По возможности. Или чтобы хп где-то сыпалось, просто так, от нихер делать. Типа бандажки, может. Чтобы при уроне получать дропы хп фиксированные, которые не убегают. А ты еще игру проходишь, Мара? Я думал, вы уже все с ней закончили. Ну и сит? Да, в принципе, нормальный сит. Бывали и похуже. Хоть кости дали. Кости хорошо. И тирет неплохой. Опа. А, тут сделка была гарантированная. Блядство. Ну-ка. Предположим... БЛЯТЬ! Предположим, я не видел, что это ебаный мимик чест, окей. И тут реально пони нормальные, да? Наверное, я это беру с собой. Фак. Или не беру. Хер его пойми, беру это с собой или нет. Вероятно, беру. У меня вообще билда нет. Это должно немного помочь на файтах последних. Так, давайте зарядим последний раз. Последний раз зарядим книжку. Какие-то душные тут дюки. Какие-то пизда душные дюки в этой руне. Еще и двое. Печально. Ладно. В принципе, мне все вернули. Что-нибудь есть? Тут что-нибудь есть? Тут есть. Бля, а я его не могу убить его. Бомбы нужны на финальных боссов. Не могу это брать. Ну ладно, надеюсь, будут телепорты правильные. Не будут, господи, пиздец. Кардинг такая параша. Бануться, ни одного телепорта нормального. Ладно, это нормальный телепорт. Ладно, ладно. Нормальный монстрат оказался. Хорошо. Тинтит. Без синих хп. Это забрать. Как-то не сильно клево получилось. Ну-ка. Поет. Давай свою брину беспонтовую. Блять, он там не умер. Войт? What? Ну-ка, это будет стоит того. Так, надо одну руму зачистить. Осторожно, войд! Не хочу войд. Я наверх. Ну-ка, телепорт нормальный. Летели. Найс. Сразу к этой фазе перешли. Хорошо. Привет, Форпич. Спасибо за 16 месяцев.
Как же душат. Ну, вроде не задушат. Не в этом сидим. Надо большая рума фах, ну ладно. Финчардж. Я могу подойти. И да, банусы он стреляет, сука, ну ладно. Ой, псы, даже фершоток не берет. Ну, псы. А, тут телепорт хуёвый. Ладно, может опять-то будет телепорт правильный. А может, блять, тут возможно лучше брать. Unicorn Stamp. Ладно, верю в лошадь. Телепорт, кстати, похож на охуительно хороший. Это очень далеко. Что, скорее всего, нормально. Телепорт. Упс. Но рума не лучшая. Да-да-да, хуила бримстоуновая. Умри. В этом еще фершот. И он там окажется потом. Заебал. Успокойся. ХП. Дайте мегабомбы хотя бы. Мужики. Есть мегабомбы? О, есть. Спасибо, мужики. Спасибо за мегабомбы. Мегабомбы, мега тема. Стоп. Стоп. По-моему, я иду не в ту сторону, я вот уже и смотрю. По-моему, кто-то идет не в ту сторону. По-моему, это через большую руму. Хотя, блядь, нихуя не факт. Что это через большую руму? Господи, какая хуевая комната. Давайте-ка... Во. Охуенно. Все мимо. Просто все мимо. Ладно. Благо, эта комната просто долгая. Гирису, это, кстати, правда. Но мне что-то лень опять этим заниматься. Тем более, еще фершот троллит. Тест-лист не выполнил. Должен быть, по-моему, челлендж отдельный здесь. Дефлист сделать в этой руме. Чё-то их очень много. Ладно, будет их становится поменьше. Да, стилран немного спасает. Он как-то там, по-моему, ломает деслист. Я помню, ни разу не было деслиста и урана. По-моему, еще ни разу не было. Или не помню. По-моему, не было.
Средний? Еще один. После этого рунда занимает вечность. Просто вечность. Джастис? Окей. Смешно. Смешно. Вот это айтемы. Вот это рели-итемы. Придуха нах. Так. Возможно, пора снова делать разворот, да? Это же оно. Опять разворот. Сука. Чё за этаж? Да это ж явно не в эту сторону, да? Всё-таки обратно. Ебануться. Погодка у нас сегодня тоже 33, по-моему, было градуса. Луп? Может быть луп. Ебать круг. Иди в круг. Смотри, какой круг здоровый есть. Иди сюда. Хороший круг. Очевидно. Все экспертам из чата все очевидно. Все-то им очевидно. Ага, это не сел. Очевидно. Охуительно очевидно. Ау. Так, 5 хп, ну будет нормально. Там осталось, думаю, румы 1-2 максимум. До босса. Охуительный, честно я вам скажу. Просто охуительный. Ебануться. С хп там минус полароид, я не хочу полароид терять. Раньше времени. А, все. Пришли. Эх, одно задел. Двух не задел. Дэмэдж стэтс. My regular Eden experience in this game. Nothing special. Надо мешок сделать, блядь, сложно. Сильно много слез. Вот сделал. Фу, кайф. Терял зрителей. Грустно. Пора удалять канал. Не теряем зрителей. Это ужасно. Упс. Или может пора бассейн делать? Как все нормальные люди. Пора уже бассейн подрубать. Ох, бедно.